Уважаемые жители планеты Земля, сегодняшний день, 2 февраля 2013 года, особая дата в истории России, в истории всего мира. 70 лет назад советские войска одержали убедительную победу под Сталинградом, разгромив фашистскую армаду. Победа в Сталинградской битве изменила мир, предопределив его дальнейшую историю. Мужество героев сталинградцев обеспечило миллионам россиян жизнь в мирной и свободной стране. Уважаемые участники Сталинградской битвы, дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с праздничной датой. Мы всегда будем благодарны за ваш подвиг. Память о нем будет жить в веках. Люди планеты Земля, отсюда из космоса особенно остро ощущаешь, насколько хрупок и уникален наш мир. Берегите его. 34-я экспедиция на Международную космическую станцию. Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Роман Романенко.